Приобрести качественную куртку из Скандинавии за разумные деньги вполне реально. Нордическая выставка-распродажа развернулась в столице Заполярья. Представленный широкий ассортимент и размерный ряд не позволит уйти без парки, шубы или пуховика даже самому взыскательному покупателю. Нордическая выставка – это спецпроект для российского севера. Его главная цель – привести в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки. Куртки и парки выдерживают температуру до минус 50 градусов. Вся одежда на этой выставке с хорошей скидкой – вплоть до 70%. Сейчас очень многие магазины закрылись, да, перестали работать, особенно европейские. Покупатели на время лишились возможности приобретать их одежду. Но благодаря принятому закону о параллельном импорте мы сейчас не только имеем возможность возить международные бренды, но и продавать их по более низкой стоимости. На выставке продажи представлены канадские пуховики и аляски, парки и кожаные куртки из Германии и Италии, дубленки и шубы на любой вкус и размер. При этом за счет продуманной логистики, закупки без посредников и прямой продажи покупателям без участия магазинов и торговых центров цены остаются демократичными. Купила пуховик, бежала мимо с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Европейское качество, хороший бренд, цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, и я очень довольна этой покупкой. Такая одежда прослужит долгие годы. Наполнители пух-перо, биопух, верблюжья шерсть практичные, не сбиваются и обладают теплозащитными свойствами. Широчайший ассортимент товара и размеры до 72-го позволяют подобрать одежду на любой вкус. Выставка-продажа расположена в торговом комплексе «Моисей» и будет работать до воскресенья включительно, с 11 по 16 октября, с 10 до 8 вечера. Успейте приобрести качественную верхнюю одежду со скидками.